За январь-февраль 2024 года Волгоградский аэропорт обслужил порядка 230 тысяч пассажиров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Внутренними рейсами воспользовались 217,5 тысяч человек. И еще чуть больше 20 тысяч выбрали международные направления. Кроме того, за два первых месяца этого года аэропорт Волгограда помог доставить свыше 145 тысяч тонн почты. География перелетов насчитывает 17 направлений. Самыми популярными остаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Стамбул, Екатеринбург, Ереван и Баку.